Всем привет, всех, кто занимается рихтовкой, покраской, подготовкой. Часто сталкиваются с тем, что делаются какие-то арки. И вот сталкиваемся мы с тем, что надо нарисовать арочку, а нечем. Допустим, нет штангенциркуля. Я в таких случаях поступаю кардинально просто. Берется любая деревяшка и делается циркуль. И вот таким образом намечаю, как мне надо выпилить, вытащить, допустим, арочку или какой-то контур. Все легко и просто. И потом уже работаю. В любой момент понадобился такой циркуль, я его беру, делаю. Прошу поделиться соображениями на этот счет. У кого-то может легче, проще, кто-то может делает по-другому. Ну, я вот таким образом рисую это все. Вот здесь вот все было вбито, ушатано. Вот в этом участке. Прогнуто аж вот до сюда. Эта часть. Окрасить пришлось вот так. Потому что раскидывать переход сюда пришлось. И... ну, в общем, как-то так. На очереди дверь. Вот очередная полезняшка. Здесь у нас все было убито. Ну, машинка по другому вопросу заходила. Вот, накладываем. Сначала сюда наклеиваем обычный скотч малярский. Потом берем просто тупо. Накладываем шпаклевки. Высыхает, обрезаем, подрезаем. Вот что получается. Подкладываем шкурочку и... ну, под грязью-то не видно. Но факт тот, что вот... если здесь острая обрубка, она ее режет. Здесь канавка такая неявная, здесь скругление побольше. Вот. И вот таким вот шлифочком самодельным. Вот. Допустим, здесь уже по-другому. Другой радиус, другое скругление. Или вот это вот тоже выводить. То же самое. Вот здесь выводить я сюда наклеивал. И вот в этом месте отсюда до сюда приходилось выводить все это. Чтобы было красиво, чтобы все было ровно. Ну, я извиняюсь за качество съемки. Тут важна, так сказать, сама идея. Решил проверить вот такой вот способ. 1500 шкурка. Вот есть мусоринки. И принцип работы такой. Находим мусорину, вот так ставим. Раз. Два. И крест-накрест. Якобы все это должно срезаться. Ну, после покраски любой мусоринки всегда бывают. Вот их тут немало. Поскольку я крашу не в камере. С десяток всегда мусорин бывает на поверхности. Вот сейчас попробуем, что это получилось. Шкурка. Вот они, полоски нарезаны. Это 1500 градация. И дальше я сейчас попробую взять резак на машинке. Все это чухнуть и посмотреть, что получится. Берем резачок. 3000, как мы видим. И сейчас с водичкой это все немножечко шлифану, расшлифую. Вот она, машиночка у нас. Ставим чуть-чуть водички и поехали. Чуть шлифанул, растащил. Сейчас посмотрим, что получилось. Ну, в принципе, вот здесь были две мусорины.
действительно их нету. Вот дальше можно полирнуться. Вот этот вот принцип работы по удалению мусорин работает. Все четко видно. Не знаю, как на камеру передает, не передает. Факт тот, что не видно ни следов, ни этих, ничего. Мусоринка чисто срезана. Теперь буду пользоваться для удаления мусора таким вот принципом. Хороший такой лайфхак получился. Мне понравилось. Вот, вот здесь вот были мусоринки. Все чисто, осталось только полирнуть. Чуть-чуть получается. Посмотрим, что с него можно сделать и что нельзя.